Здравствуйте, меня зовут Бабий Антон, я представляю компанию «Квазар», это киевский, украинский производитель солнечных батарей и солнечных зарядных устройств. Мы с вами на выставке «Энергоэффективность» в МВЦ в городе Киев. Мы производим большие солнечные батареи, которые используются для крупных солнечных электростанций, а также в бытовых условиях, например, для обеспечения энергонезависимости дома. И производим портативные солнечные зарядные устройства, которые позволяют обеспечивать энергией того, кто в отрыве от розетки, например, охотника, рыбака, туриста. Например, эта маленькая зарядка позволяет заряжать мобильный телефон за 2 часа. Соответственно, зарядка побольше, тот же телефон может зарядить за те же 2 часа, но уже не один телефон, а 3, например, 6 одновременно. Наша продукция отличается высоким качеством, то есть наш опыт производства интегральных схем, еще советских интегральных схем, перенесли в солнечную энергетику. Мы уже более 15 лет работаем в этом направлении, и практически каждый человек, который интересуется солнечной энергетикой, знает, что такое квазар.